Страйкбольный карабин SCAR Heavy от японского производителя компании Tokyo Marui. Версия Next Generation AEK Recoil Shock. В комплекте сам автомат, механический магазин, удлинитель ствола, инструкция, небольшое количество шаров и ключ для регулировки мушки. Также внутри коробки находится пластиковый шомпол и трубчатый лоудер. Аккумулятора и зарядного устройства в комплекте нет. Особенностями данного привода является реалистичная отдача, подвижный затвор и рабочая функция затворной задержки. На ресивере есть резпланка для крепления дополнительного оборудования и прицельных приспособлений. Также есть штатные прицельные приспособления, складная мушка и целик. Чтобы разложить мушку, необходимо нажать вот на эту кнопку и поднять мушку вверх. Мушка регулируемая. Диоптер складной, регулируемый. На цевье есть резпланки для крепления дополнительного оборудования, например, фонариков, ЛЦУ или тактической рукоятки. Приклад складной, с возможностью регулировки по длине и по высоте. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо вытащить пин, снять тыльник приклада и установить аккумулятор. В комплекте с приводом аккумулятора нет, его необходимо докупать отдельно. Органы управления. Спусковой крючок, переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем. Он имеет три положения. Это автоматический огонь, одиночный огонь и предохранитель. Кнопка сброса магазина, она двусторонняя. И кнопка сброса затворной задержки. У данного привода реализована функция затворной задержки. То есть, когда в магазине кончаются шары, привод встает на затворную задержку. Чтобы продолжить стрелять, необходимо примкнуть новый магазин с шарами, нажать на кнопку сброса затворной задержки и продолжить стрелять. Затвор двигается, есть отдача. Для данного привода подходят специальные механические магазины для SCAR Recoil Shock производства Tokyo Marui. Чтобы произвести выстрел, необходимо установить в привод аккумулятор, зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, снять с предохранителя и можно стрелять.